Всем привет! Доброе, свежее наше утро. Дима еще с кровати вообще не вставал, а уже на секундочку 4. Да. Вчера мы очень хорошо погуляли. Сначала мы были у ребят, вы это видели. Вот, потом мы поехали в клуб, мы уже там не снимали, честно, мы уже забыли про все блоги, мы так расслабились, вот, и потом мы вернулись домой где-то в часов 5 утра. Вот, мы очень долго гуляли и со всеми вместе, никто даже не ушел раньше времени. Кстати, я сейчас буду заниматься уборкой. Оказалось, что у нас в квартире нету пылесоса, и все приходится убирать с шваброй. Вот. И тут очень много было пыли за телевизором. Сейчас буду вымывать. В общем, генеральная уборка у нас. Вот так вот. Класс. Что ты делаешь? О, блин, твейн безалкогольный. На яблочном соке. Да ты что? Как это безалкогольный? А, ты сок вместо вина после выдачи? Я называю это глинтвейн безалкогольный. Ты вчера напилась, уже сегодня не хочешь, да, пить? Мы забыли вам рассказать вчера, где же мы взяли перцовку, которой мы вчера напоили наших одногруппников. Мы ее привезли с Украины, это мой папа делал, и нам специально бутылочку дал, чтобы мы всем дали попробовать. Вот, мы такие сделали. В общем, мы еще вчера принесли с собой украинских конфет. Ребята попробовали, тоже им понравилось. Мы вышли прогуляться по ночному городу, и сейчас пойдем в бар, встретимся с нашими португалками. Может, к нам еще кто-то подойдет. Мы просто вышли, мы уже просто не могли сидеть дома. Да, уже коробило. Сегодня целый день спали, лежали, нифига не делали. В общем, а ничего себе, я убирала. Ну да, Катька убирала. Я убирала, я не доверяю мальчикам убирать, поэтому убирала одна. Это неплохо убирает, не с душой это делает. Находимся в баре с нашими одногруппниками, и здесь играет русская и украинская музыка, очень часто встречается. Слышите музыку? Какая-то русская. Да. Но наши ребята уже привыкли к русской музыке, и поэтому даже только что была музыка на английском, и они такие, это на русском музыке? Да нет, это на английском. О, точно, блин. Я взяла себе сидр опять. А Дима взял себе пиво, и все это за 4 евро мы взяли, все вместе. Нет, вот это и вот это, и все. Мы пришли в кебаб-хаус, и сейчас мы попробуем кебаб. Франциско взял себе супер острый, супер-пупер. Да, он прямая речь, он сказал, что он остро заходит в организм и остро выходит из него. Поэтому он не хочет давать Диме. Я заказала себе маленькая женская шаурма. Мой кебаб. Я добавила себе острого соуса, потому что ребята сказали, что там не очень остро. Ну, попробуем сейчас. Я откусила кусок, и знаете, остро. The kebab was delicious, very spicy.
but I had I had more spicy food than this. It's better. But my key is crying. Yeah, I'm sweating. I'm sweating. I'm impressed. Ukrainians can't take spicy. That's why my future wife is gonna be Ukrainian. No? Oh, you are so strong. Don't need the aluminum foil. What? Don't need the aluminum. No, be careful with that. Okay. No, остренько, но не правда, что пош... вообще... Hey, future wife, add me on Facebook. Get my number from Dima. Мы перекусили и снова вернулись в бар. На самом деле мы пришли, а тут уже все пьяные. Ну, в общем... Будем пока что сидеть, но думаю, что скоро пойдем домой. Все, хватит уже. Все, мы дома, мы пришли. Сейчас почти 3 часа ночи, но мы уже привыкли к этому режиму за 2 дня. К этому очень быстро привыкаешь. И, в общем, сейчас мы будем ложиться спать. И завтра воскресенье, слава богу, завтра выходной. Главное, я хочу сказать, что главное, что мы вовремя ушли, потому что там ребята еще оставались, и я думаю, что они сегодня повторят то, что мы делали вчера, то есть где-то до 6 утра там, наверное, останутся. Но мы вовремя ушли, и поэтому... Все обошлось. Да, этому все обошлось тем, что мы сейчас будем спать. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Встретимся завтра. Пока-пока.